арбузы. А оказывается, пернатые товарищи, включая курина, перепелина, утина, гусина, не только любят арбузы, они даже иногда порой понимают, что это качественная еда. Это как бы параллельно и зерно, все остальное. Но то, что сейчас будет вам показано, не для слабонервных. Приходится делать это незаметно, потому что у нас тут два стада гусей, одни белые, а другие серые. Один из них сегодня попадет, ну, вы понимаете, куда. Не туда, куда выписываю направление на СВО, а жертвоприношение. Это огурец. А за огурцом находятся гуси, которые делают вегетарианский ужин. Ну, короче, кушают арбуз. Они, оказывается, тоже любят цитрусовые. А вы, кстати, любите овощи? Вообще-то арбуз – это ягода. Напишите в комментариях, я буду вам очень признателен. Леонардо Ионович, канал 1L. Подписываемся, пишем комментарии. И даже если вы посчитаете целесообразным, ну там еще что-то, ну вы сами понимаете, что я буду вам очень благодарен. Ну, этот гусь отказался от арбуза. Шутка. А там, где шутка, там и доля правды. Извините, кукурузы нету. Кукуруза будет на следующей неделе. Да. Леонардо Ионович неоднократно разбирал компьютеры. Но в данный момент времени мы разбираем не компьютер, а разбираем того зверя, дядю Гошу, который отказался нам помогать. Ну, мы ему тоже помогаем. Вы же сами понимаете, скоро. Здравствуйте, товарищи куры. Почему молчим? Понятно, потому что надо подойти к вашему товарищу дяде Пете. Дядя Петя, ты как? Дядя Петя на боевом посту. Сейчас мы плавно переходим к товарищам гусям. Почему гусям? Потому что они водоплавающие. Плавают, плавают. Главное, яблоки не умеют делать, но ходят шумно. И сегодня стрессовая ситуация. Потеряли двух товарищей. Ну, это совсем другая история.